Друзьям, подписчикам привет. Начинается у нас монтаж. Будем строить сегодня теплицу павильон 6х6 с высокой стенкой. Пока приехали, разгрузились, приступаем монтировать. Теплицу мы поставили. Сейчас будем фиксировать к основанию с помощью анкеров, устанавливать отливы. И начнем крыть стены, затем крышу. Вот у нас монтаж павильона. Это будет павильон над бассейном. Размер у него 6х6, особенность — это высота стены 2,5 метра. Это дверь смещенная влево, дверь большая, дверной проем 2х2, дверь состоит из двух распашных дверей. В дальнем торце у нас две форточки, также есть форточки стеновые. Высота в коньке 4 метра 8 сантиметров, если быть точным. Очень высоченный, громадный павильон, конечно. Также особенность то, что крыша покрыта у нас поликарбонатом бронза, цвет бронза. А торцы и стены прозрачка. И у того, и у того толщина 4 мм. Сам каркас сделан из профильной трубы 40 на 40. Арки в виде ферм, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров, есть диагональные усилители. Есть отлив красивый снизу, фигурный. Поликарбонат. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная навес, так скажем, над бассейном. Вида павильон. У нас получился размер 6х6, напомню. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.